А ты что, 10, блядь? Медведь. Да. Ебать. Ну, с маленьким вот тут. Хочешь задонь, я тролля, наверное, сделаю. Или вообще тут мы зависли, или только я? Так только ты офнутый вообще. Понятно, сейчас. Кого сум плюс чат? Оперативнее только. А все тут, только Чулан и Турбойс нет. На посос тут. Ну, только Турбойс и Элемент Про, походу. Элемент Про в ледной короне. Нельзя применить к этой цели, это как, блядь? Смонится, наверное. Призыв, значит, ждите ответ. Так, баф раздаем. Давай, лидера. Не должно выкидывать. Просто раньше тебя позаходили, видать, поэтому выкидывал. Нет, меня самого выкидывал. Можно бить, наверное, да? Настя, тут нет? Да. Давай, лидер. Чё? Лидера, давай. А. Нужно подойти поближе. Чекна пока. Лево здесь. Бафы раздали, отлично. С контролем. По трусам играйте. По трусам играем. А мне если хотите спуститесь. Вот сейчас. Они прыгают сами. Вниз спускайтесь, остальные. Играем по трусам. Кибрики в танке. Курсы добили, играем по безметке. По черепу. По черепу играем. Тени. Угу. Боб диспел. Ну, не диспелится. Слышь, рыжий, тебе заебись на моей ноге спить совет. Тактика чернул, по лейтенанту играем. Так, по тактику. Что-то жара какая-то лютая, даже ночью. Заебись ты чё. Полюбас на Мальдивы уже. Ты.
лампу запалил. Так, соответственно, Войд на двоих, Алиса на кересеть. Рыбу поставил, рыбу кушаем. Мута где? Ну, здесь все лакает. Кого ты фоткаешь, блядь? Сука. Кот спал на мне. Салфи, да. Да, чек на готовность. Войд, Мангиал, Дыгдымыч. Эликсиры пропили. Самого нет, блядь. Мангиал готов, все, все готовы. Соответственно, запускаем. На пол дали, пожалуйста, пол Войда Фендеру. Ёбаный бро. Веру. Пройду. Suffer, bitch. Смена цели, готовимся. Талдарам. Говорят, тут кинетика падает над боссами, да? Задум, типа того, да. Поэтов на кинет. Все нормально. Джованни, если что, помогаешь. Ремонт огня. Плаки ресета точечно. Баб прожинка, блять. Люди, как сказали точно? Хорош. Че? Мы как быстро убили. Угу. Отойдите от лута, пожалуйста. Че, у тебя один остался, да? Или это последний? Да. А ты Войд видишь, да? Сюшем, да, сейчас? Да. Так это уже был последний. Ну все, давай подождем. Иди бери, и будешь сейчас трэш бить с шемом. Ничего себе. Да. Разрулим. Доставай огненную палку, да? Так, ладно, сейчас, секундочку, что упал третий осколок, да? Давай, давай, я понял, ты.
Жучара, держи. Все честно. Нормально, отлично. Полторашечка, easy gold. Не, я тебе говорил, на 2 надо было спорить, не послушал ты меня. Лимон, бля, мне, пожалуйста, 50%. Там мне еще медвы 500 должен голды, то есть 30%. Чё? То, что на БГ пол рейда был. Это налог, бля, я тебя трогать. Да, ты видел, тут все на своей мазе, короче. А то, блядь, нахуй этой косой хуерну, нахуй, и щиты поотпадают все, блядь. Ты так, чистим трэш, войд, да, чистит трэш. Я этот, пошел сделаю, пока групповая стоит, у тебя помощь. Так, ты можешь быстрее сделать этот, дай на кого-то диван, чё? Просто ресницы, блядь. Не хочу. Давай я с тобой побежал. Нет, не хочу. Да, я с тобой побежал. Иди лучше на трэше поговори по контролю. А шо, можно меня заменить, если честно? Ну, если можно. Можно, господин Рейд. Давай, спасибо большое. Шо, вот следующие твои, да? А ты только лимит уже жал. Тоже, да? Если у тебя Вирендал лагает на профи, то у тебя на лане будет какой-то... Дайте порт! Дай боже. А кто там по очередям на сколке? Ну-ка расскажи. А следующий? Пан. Либо тот, кто сделает кресты. А сколько стоит? А, блядь, еще же и турбо, есть, точно. Да. Еще мастера, вот сейпер, шреддер. Я есть. А как что? Без очереди влезть? Квесты сначала надо сделать, тут турбо еще квест не сделан. Чтобы сколько. Ну пока что да. Да, у него еще времени, ебать, да вот. Еще пока ты, еще пока там перед ним. Я тебе нельзя было надеть мужики. Бы хотел себе, блядь, знаешь, на этом. Лишь, у меня тоже такая... Без очереди, блядь. На арбалете моем, блядь, тоже такая хуйня крутилась, блядь, и нахуй бахала, блядь. Его заебись было. Нахуй ходишь, блядь. Опа, скриним, нахуй. Форум бан, нахуй. Ты про что? Ар, блядь, чаржится, нахуй, а я ему косой, блядь, на 6000. Хуяк. Дайте, пожалуйста, портал в Долоран. Так, тебе надо леча убить вроде. Да. В Хэме. В Хэме, нахуй, на сундук. В Хэме? Нет. Наверное, в обычке. Мне кажется, что в Хэме. Линка не хватит. Мне только сказано. У нас вроде... в Хэме пахал сначала. Ну да. Нас... Блядь, сейчас убьем леча, проверим, в чем проблема. Заебали они прыгать, суки. Теперь сильный, бля? Да. Сейчас, блядь, ДПС обосрется, нахуй, бля, будет. Возможно, колбы там нет. ГЦ, первый шейм в гильдии. А да, без колбы еще дамажить толком не будет, ретрики все без колбы не дамажат. Только что это колба. Я вообще медвы завидую, ля. Да, да не, ты чё, колба это, блядь, основной атрибут, нахуй, на ретрике. Как и пух. Его все сборки ломаются. Да нет, ну просто ты колбой статы подбиваешь за счет этого хита, бля, бешеного. Меткости больше, нужно там одну или две вещи в других атак, ритах. Короче, колба бис. Сколько колба надамаживает вообще, бля? Ну, процентов 5 максимум, 3,5. Я не знаю, как крупно. Знаешь, я даже в ПВП носил, блядь, на арену. Хуманы, блядь. Ну, только не здесь. Это чики-брик, ну, так, а тут не работает оно. Ну да, тут вообще нихрена не работает, стой. На арене. Ну да, якобы баланс. Ну, якобы триньку нахила в ЗА оставили, нахрена непонятно. Только, блядь, весь баланс, нахуй, блядь. Для, блядь, всяких, блядь, шатеров, хуятеров, это нихуя не баланс. Ну, они как сказали, БМ, короче. Они стали призовой фонд, чем больше людей, типа, чтобы была мотивация и больше бах-репортов, блядь, и больше тогда чинить будет. Mm,
Ну хер его знает. А что ты чинить будешь, если тут только ПВП трени? Не имею в виду. Вести резко ПВЕ трени, и ты выходишь на арену, и тебе, блядь, из двух ударов ебало ломает. Прикольно. Как это тропл, да. Добрый день, уважаемая администрация. Я ретро-паладин 80 уровня. Сегодня я зашел на БХ и умер. Прошу пофиксить этот баг. Сумму дайте по медвое. Это трэш последний. Или не последний. 15 сот последний день. Лучше буду взять. Че, бешем? Шо, какой итем левел? Медвей подарю шеем. Прям там апает хуйню. Сколько на грани этим левел? Как говорил один чувак, блять, пососу за шеем. 200. Лента. Кого тут, блядь? Мастер, у тебя же есть грани, да, посмотри. Этим левел грани. 24. Ну а у него шем 284, че он ему апнет максимум. 24 левел. 20. Это имущество. А, 20. Так. Колба апнет. Да. Да и так урон апнется. На один капалтора должен апнуться. По 70. Видел пушки, блядь, дамаг нахуй. 300, блядь, увеличили. Там на максималке намного больше, наверное. Плюс 270 силы, плюс прок, нахуй. Он не один к, он апнет где-то 2-3 к минимум. Должен апать, по идее, даже без колпа. Да а нет, если еще апнет, и поставить 4-4, что? Ой, 4-10, это вообще нормально. Поверь, в этих он апает, да? Я бы бегал у 2-4, буря тоже нормально ебашит. Буря под 50к, блять, с критан поиск. Ну посмотрим. Сейчас я в 2-4 буду, потом в следующий рейд в 2-10. Ну если там все нормально, типа под проками ебашу, типа рассчитывать проки, что когда 2-10 лучше юзать, тогда да. Когда ты насталкиваешься, во-первых, зеленый бабл не только из-за этого, а из-за того, что это нахуй. Урон от оружия идет. При атаках ближнего боя, где. Стоп, шкаф поставьте. При когда у тебя грань, соответственно, осколки также хуярятся при ударе от оружия. Блять, вылетело, сейчас уйду. Не порт, а шкаф. Да там задум просел, никак не мог воткнуть в бою портал. Да он же магазин, пока ты поставил. Шкаф-стрим, вот мы же с тобой договоримся за отдельную плату про осколки. Походу у меня появится воля и чешка, да? Ну, может быть. И новая плазма на хате. Станешь свищница хочешь, чтобы? Да не знаю. Вот, ну, наверное, нужнее все-таки. Я хочу созреть шейм на минфлее. Давайте быстрее. Кейсера потекла, да? Шейм. Задум еще в ЦЛК. Класс. Поставили порт, нет? Поставили мы порт. Он не ухнулся. Так, шо, скриним нахуй. Задум. Смотрим потом выход. Пришли, пожалуйста. А тут раш пришел? Он так и не вышел. Он уже ушел. Ну, если что, тикай его. Чулан на дверь. Смотри, бежал в натуре. Чемодан с плюшками. Он же, сука, постоянно боли на силу прокола, нахуй. Вот это было бы мощно. Зачем тебе эта сила?
сила спорт, ой, сила сала спорт могила, что ты хочешь? Блять, тактика забыл контроль. Сейчас шеем. Первый шеем у гильдии, да. И последний, нахуй. Сейчас уйдем или воин с гильдии. Ну чё, остальных бить не будем? Нахуй надо. Нахуй их вообще бить, блять. Не, надо. Однократно доказано. Может быть, пофиксим, но, блять, у меня было так, 3 раза у меня. Сколько ходил? Мне и разу не было. Хорошо, ну, блять, я до этого тоже ходил, ни разу не было. Делал квест на этот, на ШМ, блять, получалось так. Так, надо этот скалмах убрать. Чем ты там в Телмейвене прок ШМа на весь экран сделал? А у меня там КВН нет. КВН? Ну, КВН, да, сука, опять нахуй второй раз по корова прокнула. Сколько можно, блядь? Так не бей, трэш. На 8 проков. Шейпер, возьму фокус, блядь, смотри, что у него прокает. Так, Войт, ты не забывай лутать этих, и если что, напоминай мне. Давай, это последний. Ну, босс. А-а-а. Если я не буду видеть. Ну, хоть я себе это ушел, но такой про красивый. Какой? Вот то, что вокруг медведя летает. Да. Осколки. Никогда ШМ, что ли, не видел? Да, первый раз увидел. Ну, я вообще-то про эту ауру и говорил. Только на арбалете. Было бы огонь. Видишь, эти осколочки летают, летают, потом они 10 раз стакаются и разлетаются. И все по новой, короче. Так, Авинар, отходи и тяни его нахрен туда. Остальным быстрее. Проклятие хаоса, 0,7%. 2 косаря у него, ничего? Пошли. Да, там только 50 раз эти осколки разлетаются, потом заново собирать надо. Че 50 раз? Ну, то есть, медвежий собрал 50 раз, все, 50 раз разлетелись, потом заново собирает босс. Так, рыбу ставлю, соответственно. Потом... Шейпер поквасту что-то хочет. Да, шейпер, да. Делаешь. Соответственно, второго кусаем шейпера. Где чулан? Чулан и шулан. Ну, это... Гоу, попробуем тактику все в одной точке. Нет. Так нахрена, ты понимаешь, этот фиксит, мы привыкнем, и потом будет пизда. Чё тут привыкать-то? Что я тебе говорю? То есть ты не привыкнешь, там еще парочку людей. На пол рейда привыкнет, и потом их будешь переучивать опять в месяц. Почему не пользуются этим? Как же это красиво. Блять, я всегда шем трансил, потому что мне не нравился, блять. Ну, я не трансил, потому что времени нет. В смысле он красивый? Легендарные да, шмотки нельзя трансить. Соответственно, можно. Соответственно, ребят, как бафы дайте по лопососу. Кто словит, если турбо словишь ты, соответственно, какого? Да я не буду... Вот шейпера тебя кусать. Да, шейпера кусаешь. Приста баф дали, соответственно, с пактом сбегаетесь, с тенями убегаете нахуй. По стенке. Ну, тактику должны знать. Чек на готовность. Нету бафа от еды, лучше шейп. Шейп, кушай. Ты в танке, да? Шейпер будешь? В танке, да, спекнись. Он не в танке спекнулся, он в ДД, только в танке шмоте, ему нормально. Ну да, так вот сделай, нормально. Как поймать? Танка не спекается, не. Соответственно, смотри, как ты делаешь. Бежишь впереди сначала танков, вот, чуть-чуть сзади. На него зеркало повесится, соответственно, потом вперед него убежишь. То есть перед боссом чуть-чуть постой, на тебя кинется зеркало, потом за босса спрячься, чтобы тебя не шотнуло. Так, все готовы, кроме Лу? Чё-то на пол. Лиса. Бежишь? Факт.
Пусть на макстере. Мастер укрутился с шейпером. Угу. Нихуя у мастера ДПС. Укуса мало. Дэмэдж. Пакт. Быстрее, 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 быстрее с пактом. Блять, еще не подходит. Аура, ебашу, сука. Мосс. Готовься еще, я сейчас укушу. Пакт. Готовимся. Пакт. Да блять, где там он? Пакт. Некого кусать. Шейпер кусаешь Турбо, мастер кусаешь Гурского. Шансун побежал. Пакт. Не слакаем с пактом. Шаман Пентрипта. Лопасос побежал. Ренжу набираем. Где Курский наш? Ренжу набрали. Что дальше? Гурский, мультио, турбо, так, турбо лопососа, шейпер, му, мастер, медвей, пакт. Мастер, не засрал, нормально? Блин, я только бурсты, сука, прожал, блять. Сколько будет? 8, дальше 16. Пакт. Танкил, побежал. Так, отлично, покусали. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, отлично. Так, соответственно, остальные главное раскусайте РДДшера. Раскусайте РДДшера. Я мосс укушу. Оставьте вот шейперу, пожалуйста, Шарпи. Шарпи укусит вот шейпер. Венты побежал. Тэм и трепет обновили. Не прикольно. Да мало. Ренжу набрали. Мульти с Даргим на хп. Я Дэмэдж укушу. Готовимся, пакт. Пакт. Быстрее, 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 быстрее. Главное покусайте. Гурский побежал. Кому некому кусить, Шансун в центре. Фила можете. Вент, ага. Геру дали. Венту слейте, а, кто-то. Там, законтрольте Венту. Слейте его. Блять. Нахуй сливать, терять ДПС, если можно его фернуть или законтролить, блядь. Просто сейчас нахуй всех пошопает. Шейпер, я покусил. Пиздец. Пятнадцать секунд. Старайтесь. Больше. Больше ДПС отдаем. 3,5%.
Хоть на БВП. Бабл готовьте в один. Покусали главного. Хули пал бабл. Главное этот шейпер, укуси кого-нибудь нахуй. Укуси, укуси, укуси. Отлично. Сделал? Блин. Сделал, нет? Да, сделал. Да, да. Отказываемся от всего. Отказываемся, я, блядь, сказал. Иначе получит двойное ГП кто-то. Щиток упали. И тоже в контроле был. Там, потому что в берсу убиваем. Не, я типа укусил ласкового и пожал ШВ. Сколько не было, Войт? Ой, блядь. А, так, а я смотрю. Я не помню, смотрел, нет. Если бы был, он бы группу там не воронил. Да. Так, а, это я разрулю перед этим. Или добычу он забрался по тому, кто собирает. Вот оскушка, обмен кидай. Сразу же. Два этих я взял. Ага. Я разролю перед этим. Мало того, что укус я забрал, так еще на меня постоянно, сука, какая-то хуйня кидалась, блядь. Так, а у нас два упало знака этих, да? Завоевателя? Да. Кому завоеватель нужен? Точнее, сейчас я вам... Ну-ка, ну, секунду. Печеньки. Кому надо в этот, соответственно, ролем. Иди же, встречай свою вторую смерть. Только зеленый бабл, лимон уже забрал наш бабл, следующий, не? Да. Зеленый, соответственно, если потускушка ролил, ему надо. Пусть забирает, я уже две забрал. Да, 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 я тебе о чем говорю. 495 потускушка. Вот хочу собрать Т10 и Т4. Обмен кидай на мидвея, пожалуйста, звезде. Ну шо, Тёма, как ты шин? 13 карапаса под укусом. Ну, блядь, еще пока этот. Да я лёг я там, нахуй, еще и дымажил по-другому. Так. Вот это мне нравится, 0,8% от шина, блядь, проку нет, нахуй. Могильное касание это лучше, блядь, да. Так, и щиток. Не, потаскушка, нет, у себя оставляешь, все нормально, если тебе надо был. Лимону только надо. Так, 495. У меня нет, давай, пожалуйста. Лимон, обмен кидай. Зачем ты ролила? Берёг смотреть. Она хочет щит. Чё, за него 825 или 275? По фулу, конечно. Да. Я с другой стороны один ролил. Нет, у нас такая не прокатывает лимон пока что. За фул, так за фул. Да, успокойся ты-то, шмот возьмешь что-то. Блин, последний раз ходим, но... Это некоторые... Ну, предписывай щиточек. Нормально. Конечно, за фул, так за фул. Так, чек на ФК. Остается колба. Ёбаная отдача. Сколько колбы задонатить? Началось. Уже лучше задонать этот, блядь. Кто бы мне задонатил с ним раз, а потом... Сейчас, 350 лир. Колба все равно нужна. Так. Если пошел, сломал, блядь, профу Рудаксина и забрал колбу. Ладно, пойду помоюсь полчасика быстро. Череп, крест. Танки пошли. Что, агрить? Да, 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 танки пошли, хилы здесь. Скажи, я помоюсь, а вы потейте нахуй. Каску по пристан, дайте. О, блядь, так я нахуй лучше в бабле подамажу нахуй. Просто одна буря, блядь. Даже без крыльев. Просто буря. Ну я это по еще не дошел просто. Даже не ударил, просто бурю нажал. Все, пиздец. Ебать, моя школа, блядь. Это всегда. Лимон падал. Пизду буду болтать в следующий раз и бить тупо лучше. Я не знаю, от чего я падал. Я просто подхожу к трэшу, и он меня бьет нахуй почему. Меня, раз помню, с ребра кикнули, после ребра пати дали. Я не понял, что случилось. Мне сказали, неистовство надо отключать. Чё ты? Единственный декабрейт, да? Нет, три. Укрус, шарпи.
А почему гор не даете? Он мне на 2 минуты, а у вас... Выдай пиздюлей. Нихуя ДПС они хотят, они своего, а все, и не дудят. Трубачи. Так вот почему я ДПС не выдал, да? Конечно, стопудово не дудели. Да я просто подумал. Не продамаживал. Больше ты не футбол. Танку ставит, тут всегда есть АДК должен быть ходить. Тоже этот символ должен быть. Разве? А что, он малый типа идет? У меня кровать вот стоит. Черик. Агро. Ну закалён нахуй. На, блядь. Слышь, чем я дверь? Меня глючит или с этих желтых жучков тоже душу идут? Какие желтые? Вот этот, тараканы, которые ползают. Да, глючит, конечно, ты тебе ебал. Я пока бежал, я увидел двух жучков, и две души упало. Идут, блядь, лимон. Ты просто их отдельно собираешь в баночку, нахуй, эти души. Лимон, сколько у тебя душ? Блядь, 1350 это дорого надо. 363. Сколько? Если я тебя убью 464, ты умрешь? Чего? Лимон. Я говорю, ты сдохнешь, если я тебя убью столько раз? Сколько я должен поставить за одну слетку словить? Ну так убить тебя надо, чтобы ты вообще не резнул, что, блядь. Чё тебе написала? Это невозможно сделать, нахуй. Покиньте, Волф. Бля, да, ну, сколько на лане мазь собрал? 21. Бля, с буска заебись. Да, Милику вообще не профит на первый куст получил. Да, не стопило. Да я чё помню, что ли? Пустила меня. Так. Ну ты должен 3 словить до второго файта. И 4 на второй. Сможешь себе подряд перед перефазкой ловить, либо по одному перед каждой взлеткой. Только бегать всегда на коню, да? За танк, заебись, за танк. Отошел в РНЖ 15 метров нахуй. Он отдыхнет один путь. Прикольно там бегать, типа на маунте весь бой, да? Шейтер, будешь на синдрифтер делать? Давайте маски сразу поставь. Да, будет. Бля, отойду. Чичилан за тобой прибежался. Чичилан. Ресить. Масли есть. Кто там кунг-фу показывает мне прям в ухо? Какой-то чего? Бус, кто-то Тёма, блядь. Чё такое? Какой-то пандарен тут мелкий в шапке. Ой, дайте бар, блядь, по мне, я дам нахуй масрез, блядь. Если вы упадете. Да, ну, нормально. Да. Ладно, я тебя полежу. Мы тебя резнули уже или чё? Нет, я тебя увижу. Что-то мне бар уже надоел мне. Удаляй его. Так и сделал. Один шаман уже есть. Я тоже поддерживаю, удаляй бар. Бери чайпер нахуй. С чешкой воли. Я просто не в курсе, блядь, я просто.
когда я не дамажу, я лагаю, запомни. Угу, угу. То есть ты всегда лагаешь. На варе, блядь, все, все есть. Снимали, так что нет. Давайте забирать. Он тут хилит. Жить, когда убьете. Ну, по-моему, сурка быстрее убили, чем эту бабу, блядь. Ну что, в ДПС лежат? Дайте масрез. Ну, вот, когда тебе резали, тебе говорят, Иржан, вставай, бля. Салам алейкум. Что на синтре будет, когда глыбы будет кидаться, это будет пиздец. Да, наверное, пиздец, рыбу кушаем. Будет справа или слева. Ой, ты меня сними с очереди, Шем. И первого поставь себя. Не запускайте. Ну, снимать не обязательно. Или можно снять? Можешь снять. Типа напиши мне 2 ИГЦ, вся хуйня. Да, тополя. Касочку бы, ну, там, какую-то. Бежит. Давайте добегаем. Я тут. Да, пока. Ты обидел, что ли, кто-то таким голосом сказал? Не, я кофе пил, как раз руку подтвердить не мог. Блять, сегодня палка упадет, нет? Как думаете? Какая? Хунта какая-то. Слышь, Гурский, смотрел клип «Пуш за темп»? Нет, а чё там? Так, фулбаф, да? А, смотрел. Он же старый, до ужаса. Каски! Откуда ты осколки взял? Что? Оттуда же, откуда и все остальное. Сколько у тебя уже турбо? Один, я решил попробовать. Можно ли брать пока шею? Там надо осколков 30. Там мега в очках. 50. Он это, мусор. Да. Он сидел, короче, с кофе. И, ну, только пить собирался, и эта музыка играет. Он такой берет кофе, ну, разливает, блядь, по всему столу. Ну, и кричит, на себя наливает. Каких 50? Ты посмотри цены, блядь. Что, ШМ дешевле нахуй выходит? Да, дешевле. Так это, блядь, пиздец, нахуй, насколько дешевле, блядь. МК, походу, спало, дайте, блядь, один мат.
Паршан. А, я уже был, я пока не буду давать. Зеленый бабл, хилишь Вальку. Остальные. Так все смотри тоже, блядь, не? Чек на готовность. Лимон, жри рыбу. Он и так сильный. Все чё? Здесь. Отчет на пол. А ты что, лучшие, блядь, ключей и ботинков не нашел? Да. Я говорю этому медведю на трансмутном. А, плечи, ботинки, да, плечи нет, под этот сет нету плечей. А ну, ботинки я просто не затрантил, подавители, бьем милишники. Приоритет у милишников, какого? Подавители, разгром, маги Пуджи, то есть Пуджи это толстяки, поганищ. Для ГДшников, для разгром, маги, кособоки, эти, как, блять, короче, жирные. 10 понятно. Можете подкажу пару охуенных трансов, но не на нежить, блядь. Не, я хочу. У меня есть один транс, который я хочу, но его собирать надо. Ждать одного босса, блядь. Чисто из одного босса. Который рейсуется неделю, блядь. Это Азуригос, ебаный. Там что, топорик, что ли? Нет. Поиск. И аналогов его нет. А он не персональный рейс становится, не? Но он персональный при убийстве. Эпик. Это тот, который, блядь, Тонарис, что ли? Я от него ультырный. Азуригос. Это дракон, полюбас. Ледяной, да. Разгром слева. Эмбайн Мидвей первый, ну. А, печать повиновения, ясно. Второй. Так, а смысл? Теперь первый. Здесь нету, незачем стакать. Этот. Вот, блядь, два раза подряд, сука, корова прокнула. Ну, ёбаный, брошь, блядь. Сука, чешку хочу, нах. Полипал там бегает, не бейся, портал. Да, 25 уже, короче, так. Я, люди, почему с моей стороны только волдырные выходят? Потому что вон маг сзади стоит и не выходит. Разгром слева. Справа. Разгром слева далеко. Зеленый бабл, скажешь, я тебе пояску закину под геру. Печеный чокопай, это откуда, блядь? Подавителя. Дайте корни. Разгром. Yes, слева, справа, справа. Шансунг без маны. Мэнэ. Моса, дай по шансунгу. А я бы еще попаги мне, он там хилить нехер. Разгром слева.
Что меня фурики бесит, это то, что, блядь, рывок, сука, долгий очень, когда... Это фурик? Фурика, да. Нет, ты фурик или вармс? Я фурик и фейс рейтн. Неплохо. Ну, блядь, из-за воли я должен, блядь, спекаться на. А чё, блядь, осталось 8 лямов ещё раз, ты не... А он в портал зашёл. Сколько стак? Там было 50 с хером. Подавители. Подавители убиваем, как выйдет с портала, скажите. Разгром слева, ой, справа. Вышел с портала, Геру дали. Геру дали. 58. Захиливай полностью Валькирию. Руки прожмите, паладин. Прожали. Я лежал. О, больше, чем Юля захилил, нормально. Твой, лутай. А? Лутай осколок. А, блядь, не пашет эта хуйня, ну чё вы, блядь. ГЦ. Первый осколок. Один осколок, да. Раз начинаем, да? Подписать там, да, ну, один из 50. А ну, main spec, на. Да с учетом того, что Гера в гильдии появилась, Войд быстро соберусь. Ну, хотя бы за 5 убить, нахуй, нормально, блядь, Геру. Хотя бы собрать его. Что, да? Уже ничего. Нужно ли мне это как-то? Прыгай. Прыгай. Войте, на мейн спек она нужна? Стой, стой, бабл. Куда пошел? Мы тут стоим, ждем всех. Он первый раз, видимо, с нами. Стоим тут, куда пошли? Так, пошли вот. Дырку это такое. А если я прыгну, и ты прыгнешь, а потом ко мне этот вмешательством, что будет? Не знаю. Проверять будем? В смысле прыгнешь один друг? Но я в бабле буду. Потом в этот, как умру нахуй. Так, вмешательство если... не даст того задухи, по идее, пока ты не приземлишься. Ну, блять, это не официальный сервер, нахуй. Не, ну я с Вальки спасаюсь, это хуйня. Ну если спасаешься, значит дастся. Все, все здесь, чек на готовность. Если та цель, в которую ты даешь вмешательство, не стоит на земле, то она, по идее, не дастся мне. Вент, да все тут. Вент. Все, все, заходим. Заходим, заходим. Хилы чуть-чуть туда пробегаем, на другой вход. Ну тут что-то ДБМа нет, не сделали, блять. Недочетно. Ловим, ловим танки. Притяните того американского защитника в рейд, пожалуйста. Ко всем. Ну, в рейд, да? Ну, кто понял, тот понял. Блять, он забыл лук поставить. Ладно. С домчик сидел просто в рейде и не телепортировал. Плюс они тебе сейчас будут ходить. Ну, это вот все. У меня что бесит, что не показывает ник, кто дает божественный гимн. Сейчас этих пауков души не дают вам? Нет, только за гуманоидов, которые будут выходить. Да, не беспокойся, сейчас всех убьем, ты потом их просто захуяришь. Главное, не умри. Тебе за них дадут. За пауков не дают, за гуманоидов дают. Ему дадут за всех, ему юзать надо.
Там механика квеста, походу, немножко другая, да, турбинка? Не, почему? Именно механика получения душ вот этих вот с помощью айтема. Ты же вроде делал ему. Ни РДД, ни миликов за этих душ не дают. Вот за этих дают душ, за остальных не дают. По правам играем. Да, за дракончиков много дают. Объясни сводим. Я дебаф развешу, все нормально. Ага. Вот души пошли. Видишь, летят. Ну все равно заезжать не за. Че, Алиса, сколько у тебя душ? 7-8. Ничего себе. Все лимон даже Алиса уже перегнала, блядь. Ты про фармки ходил? Нет. Я всего два захода сделал. Про раньше было больше. Нет, она позже типа доказала. А как она быстрее так нафармила тогда? Она в танке. Можно делать крайне. На 4 просто. Пушку меняет, что ли? Да. Понятно, просто не хочу. Телепортируется по всему ЦЛК. На другой сервер телепортируется, там еще души забирают. На X1, которым нет целка, да? Тут души сюда перенесла. Желтых жуков забирает. Сигзде. Перецов, целка трэш есть, надо с него тоже попробовать пофармить. Алло, где мобы? Вон, ползут. Опа, знакомо. Знакомо, медведь. Да я что-то, блин, панул. Турбойс, у тебя появились конкуренты, по-моему. Что там бурю прожал, говоришь? По количеству потраченного золота. Да, ага, именно. Нет, он со мной пока не сравнится, но... Не, ну, начинаешь ты нормально. У него преимущество. У него преимущество, он латник, больше платит. Он милик, да? Ладно, все равно. Как он РЛ, типа, понял, он на дубоешку будет чисто себе на ремонт забирать. Нет. Не буду. Нет, такого нету. Да я шучу. Такого нет. Сука, 39 кил. Юзай, турбо. Не, на этих не работает. Ни на каких. Бесполезная комната для меня. А Хумана чё, нет? Ну ладно, чё. Ну он АОЕ юзается и... Да, на дракончиках не забудь главное. Да не забудь. Красавчик будет, красавчик. Давай покрути. Чё вы ядом тут гнев? Куплю боб 50 голды. Да, окей, бро. Готов? Пока нет. Ты балкусом ты не кинул, надеюсь, да? Нет. Помнишь, я так же отъехал, бывает. Слышишь, а тут откуда не возьмись этот... А тут вдруг этот... Нет, а тут вдруг плясается на синдре во время пула. А у меня из дефа, блядь, только блок щитом, да? Включи проигрывай. Блядь, это просто летит, сука. Ну, мастер, да, включи погоди. Эту, как ее, песенку-то. А, ну это что, рассказ. Рассказ, мы же послушать его можно. Давай, турбо. Боб кинул. Ебать, сорвался, сука. Вот лайки у меня, вот это понимаю. У меня только 2 хп. Пойдем, сервак. У меня 8, да. Турбо, юзай. Плесните раков, нахуй. Всё, забей. Я чувствую себя гулданом, который высасывает всё. Сколько их сосёт, блядь? Вот только недавно было 700 душ, а сейчас уже 800.
А тут где-то 40 дракончиков, либо больше. У меня 619. 30 там. На лестнице. Охуени задумываюсь мою пати, пожалуйста. Или кого там. Чё, а, ага, всё там. Надо, походу, еще напали. Ой, на варе прикачать юмор, сука. Либо кожалку, я думаю. Гилу больше даст. Да я понимаю, но у меня кожалки нет ни на ком, блядь. Единственный профи, который нет. У меня есть кожевка на роге кста. Ну, брешка повалится. Бить свои плечи на танку. Угу. Одевай. Правда, после этого сразу кик, как на воле. Кстати, вы засоили мой хилосет, да? Нет. Нет, он меня не погрузился. Лечь, 500 долларов стоит. Пукан у меня загорелся только на твой сет. Бля. Я очень на транс собирала. А корни не, нахуй надо. Да, чего не парься. Чел пешка его собьёт. Сука, только оттуда выхожу, блядь, еще одну кидаю, сука. Ну-ка, признаемся, кто тут еще не был. Я. Жопе нога, как говорили, блядь. Бля, как ты узнал. Блядь, была твина, она бы заценила эту шутку, блядь. Я бы сказал, не смешно.